В музее имени Тараса Григорьевича Шевченко открылась новая выставка под названием «Любовь, моя вышивка». Нашей съемочной группе удалось пообщаться с автором представленных здесь работ Евгенией Лукашкиной. Свою первую работу Евгения Петровна вышила еще 13 лет назад. Тогда ее на творчество подтолкнули семейные обстоятельства. Сейчас же мастерица набралась опыта и может разноцветной нитью вышить любую понравившуюся ей картину или образ. Читаю, сижу за компьютером, вышиваю, делаю домашние дела, все вещи делаю. Раньше, когда не было интернета, ходила по библиотекам, смотрела альбомы художников, в общем, ну, журналы перелопачивала, находила что-то. Потом очень много у меня работы с календарей. В последнее время вот эти вот работы из интернета нашла художника одного канадского Джима Варрена. Вот у него... Можно сказать, вот 5 работ, это его. Очень мне они понравились. Тоже вот по насыщенности цвета на душу легли. Привлекает в работах Лукашкиной то, что картины как будто оживают прямо на твоих глазах. Своеобразный 3D-эффект. Так назвала бы увиденная современная молодежь. Нитки, конечно, у меня обыкновенные, потому что гамма. Многие, ну, есть очень хорошие нитки, но у меня на это нет, так сказать, средств, чтобы очень хорошими нитками вышивать. Вышиваю обыкновенными нитками. Вот, например, животных я вышиваю и мулиной, и шерстью. Сейчас начала вышивать шелк. Вот в этих работах, где так, там уже это, есть работа с шелком вышита, с добавлением шелка. Жизнь идет, меняется, может быть, еще какие-нибудь нитки найду. Ну, Евгения Петровна у нас выставляется 3-й раз. И вот у нас в субботу открылась замечательная выставка. На выставке представлено очень много работ, новых работ, более 40 работ. Евгения Петровна показала нам свои портреты, значит, канадского художника, сюрреалиста выставила работы. На открытии было очень много людей, и все люди очень восхищались ее работами. Евгения Петровна у нас была инженер-конструктор, сколько лет отработала. И вот одна из ее подруг, мне очень понравилось выражение, она сказала: «Душа Евгении Петровны раскрылась именно когда она начала заниматься вышиванием». Поэтому приглашаем наших гостей, арчан, посетить эту выставку. И люди, которые приходят на выставку, которые в первый раз, они даже не имеют представления, что это вышивка. И когда расскажут, что это вышивка, они начинают рассматривать, даже некоторые трогают руками. Настолько удивляются и поражаются, как вообще можно такое сделать.